6 мая. Память священномученика Иоанна Ансерова, священника. Иван Дмитриевич Ансеров родился в 1873 году в селе Чарус Рязанской губернии в семье Пономаря. Он закончил Касимовское духовное училище и Рязанскую духовную семинарию. Затем стал работать учителем в церковно-приходской школе. После рукоположения отец Иоанн служил в родном селе, а позже в Преображенском соборе города Спасска и преподавал в женской гимназии. К собору в советское время была приписана деревянная Успенская церковь. При ней жили около 10 монахинь. В 1931 году отец Иоанн вместе с монахинями был ложно обвинен в поджоге деревянной церкви и осужден на 5 лет ссылки в Казахстан. После ссылки батюшка служил в Преображенском соборе. Когда собор был закрыт, священник боролся за восстановление Воскресенского кладбищенского храма. В 1938 году отец Иоанн вновь был арестован по доносу осведомителя НКВД. Обвинение в антисоветской деятельности священник отверг. Особое совещание при НКВД приговорило протоиерея Иоанна к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. С очередным этапом он был доставлен в Карлак. В тяжелых лагерных условиях батюшка быстро потерял здоровье и 6 мая 1940 года скончался. Погребен в безвестной могиле.